Сергей Константинович Балашенко у профессии больше за 30 год. З их у 12-м тресте 25. Будовал жилые дома самых разных моделей. Працевал монтажник и на таких знаковых объектах, как конный манеж, Буйницкий комплекс. У профессию провел и сына. Все время меня радует результат работы. Видишь, что воочию. Сделал и смотришь, что-то есть. Вы не жалеете, что пришли в эту профессию? Не жалею. Я нашел свое. Таких захвоченных у работе у Трести немало. Сегодня это самая буйная организация галины в области. Больше за 1000 працовников. Зараз трестовцы працуют на 20 объектах. Веншаванне принимаются на складанном и вельми отказном объекте. Деловый центр, обещают, станет гонором и для могилевчан, и для их будовников. Объект не типовой, большая высота этажа. Требования повышенные со стороны заказчика качества работ. Многому обязывают, но в то же время приятно, что нам доверяют. В конечном итоге будет украшением города Могилева, за которое не стыдно будет ни нам, как строителям, ну, ни городу. Гэты гигант площадью больше за 30 тысяч метров квадратных. По померах это як 6 двухподъездных жилых домов у 10 поверхов. Тут еще шмат працы. Термин сдачи – липень 18-го. Зараз же работники 12-го треста рыхтуются до больше близкого уводу у эксплуатацию. У вересні сдадут операционный блок Могилевского областного анкодиспансера. И это выник их працы. Алиса Рыбалка, Денис Бутылин. Новини региона.